Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут быть проведены без зрителей, а также матчи популярных в стране видов спорта – бейсбола и футбола. Кроме того, ограничения коснутся всех мероприятий, проводимых на территории больших стадионов и соревнований, проводимых в вечернее время, сообщают японские СМИ. По их утверждению, стороны, ответственные за решение данного вопроса, проведут переговоры 8 июля. Правительство страны также намерено продлить режим предчрезвычайного положения, действующих в Токио и трех соседних префектурах, до 11 июля. В рамках ограничений власти просят некоторые организации ограничить свою деятельность, а также призывают использовать удаленные формы работы. Напомним, количество билетов, купленных на ряд мероприятий, в том числе футбольных матчей, церемоний открытия и закрытия, оказались выше, чем действующие в настоящий момент ограничения. Организаторы намерены перераспределить избыток зрителей на другие мероприятия с помощью лотереи.